Сегодня 31 декабря 2021 года. Новогоднее обращение. Что я хочу вам сказать? Главное то, на что мы смотрим. На что мы обращаем свое внимание. Наконец поняли свою ценность. Поняли ценность коллаборации, когда мы объединяемся. Пусть мы все будем тотально счастливы. Я открою тайну вам. Ошибок не существует. Вы ценность. Не забывайте об этом. Что вам подарить? Что вам подарить? Я хочу вам подарить такую возможность. Пусть с этой минуты, когда вы это слышите, каждое ваше слово будет исполнено. Обратите внимание, что мы говорим. Слушаю, повинуюсь. И этот слушаю, повинуюсь существует в каждом из вас. И с этой секунды он включается. Я надеюсь, вам понравился подарок. Поживем и увидим. Спасибо всему, что все так, как есть. В этом году я поняла, насколько важно объединение. Куча всяких проектов стала блогером. Поняла, как можно, как надо. Взяла много всяких разных своих линеек новых, блогерских. Начала снимать видосы, что еще. Куча интересных людей появилась в моей жизни. За что еще спасибо? Есть за что сказать спасибо 2021 году? Конечно. Ну, что, камон. За ковид. За ковид. Спасибо 21-му за ковид. Спасибо карантину за это. Короче, у нас куча всего на самом деле классного произошло за этот 21-й год. Что хочу сказать. Все идет по плану. Непонятно по какому, но плану. И по-лучшему. Вот у меня, если что непонятно, сразу, короче, в любой непонятной ситуации. Во благо всех живых существ, наилучшее для них время. Все, любимая мантра. Если что непонятно, во благо всех живых существ, наилучшее для них время. Все. Для легчайшей трансформации. Все, и запомните, с этой секунды все ваши слова сбываются. Дословно. У меня нету ни цинизма, ни сарказма. Я просто сбываю ваши слова с этого момента. Как только вы подписываетесь на мой канал, тут же ваши слова начинают сбываться. Пишите в личку, если что. Следите за речью. Что мы говорим? Что вы говорите? Вот этот парень. Это Натарадж. Открою вам тайну. Такой же Натарадж стоит на входе в андронный коллайдер. Ребята знают, с чем они работают. Этого Натараджа мне купил Никитос. Никитос сейчас в поезде Гуадели. Через 4 дня он будет в России. Сегодня Новый год. С Новым годом еще раз. И знаете, что все делаете правильно. Ошибок не существует.